Детский сад «Росинка», построенный по линии «ОНО Евразийская интеграция», распахнул свои двери для юных рыбничан. Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест. Уже в нем набраны все группы. Как прошел первый день в новом детском саду, расскажет наш корреспондент. Радость в чистом виде. Именно так можно описать эмоции малышей от нового детского сада. Подружки Рита и Настя первым делом бросились изучать территорию для игр. Они в восторге от яркой и интересной детской площадки. Мне понравилась эта площадка, потому что она разноцветная, и здесь можно будет играть, бегать. Удивила меня группа, потому что она красивая. Теперь я буду просить маму, чтобы я в этот детский сад ходила. Первое утро в детском саду началось с зарядки на свежем воздухе. После ребята отправились на завтрак, приготовленный на современной кухне. Дальше самое интересное – изучение своего нового дома. В уютных группах непривычная тишина. Малышей полностью увлекли новые игрушки. Увести домой детей будет непросто, говорят родители. Мы еще в старом садике хотели, но уже поняли, что будут его сносить. И мы ходили в другой садик пока. Сейчас ждали очень долго, чтобы открыли. Мы, во-первых, живем тут недалеко, вот, и нам выгодно тут ходить, и близко. Детский сад с нежным названием «Росинка» появился на месте старого здания с полувековой историей. Новое дошкольное учреждение построено по современным технологиям и оснащено необходимым оборудованием. Теперь здесь стало на две группы больше. В новом детском саду уже нет свободных мест. Но здание сконструировано с возможностью расширения до 200 мест. Детский сад рассчитан на 150 детишек. Списочный состав набран. Персонал набран, то есть сегодня в полную силу мы работаем. Ребята особенно довольны, ведь деткам что надо? Игрушек, много игрушек. В группах огромное количество игрушек, что деток радует. Мы выражаем уверенность в том, что мамы, папы будут спокойно трудиться на благо республики, а мы будем нежно, с любовью ухаживать за их детишками. Хотел бы также выразить слова благодарности от госадминистрации, от всех рыбничан, от жителей Рыбницкого района, руководству Российской Федерации, президенту Российской Федерации, руководству ОНО «Евразийская интеграция», конечно, нашему президенту Евгению Васильевичу Шевчуку, потому что благодаря его инициативе, при его поддержке и неустанном внимании это событие произошло, и детский сад заработал, и другие 12 объектов, которые в республике ведутся по линии ОНО. Детский сад номер 6 – один из трех социальных объектов, построенных в Рыбнице по линии ОНО «Евразийская интеграция». На очереди еще школа и противотуберкулезный диспансер. Александр Богатый, Татьяна Семенюк и Алексей Минченко. Первый приднестровский телеканал.